В Урнавском районе по ходатайству следователя судом заключен под стражу сельчанин, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетней. По версии следствия, около 16 часов 24 сентября в Урнавском районе на автодороге между поселком Вурнары и деревней Вурман-Косы 49-летний сельчанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 14-летней девочке, которая отказалась проехать на автомобиле «Лада X-Ray» под его управлением, намеренно преследовал ее на этом автомобиле и совершил на нее наезд. Потерпевшая сейчас госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь. Подозреваемый задержан. В ходатайство следователя судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначен ряд судебных экспертиз. В качестве свидетелей допрошены непосредственные очевидцы произошедшего. Также в ходе следствия подозреваемый будет проверен на вменяемость, для чего назначена судебная психиатрическая экспертиза. Проводятся иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.